В Таиланде женщина вышла победителем после схватки с 4-метровым питоном. Гигантская пресмыкающаяся пыталась задушить ее в течение 2 часов. Инцидент произошел в пригороде Бангкока. 64-летняя Арам Арун Роша сказала, что уже год живет одна. В тот вечер она вернулась домой с работы, поужинала и пошла мыть посуду в заднюю часть дома. За этим делом ее и застала 20-килограммовая змея. Пожилая женщина боролась с ней как могла, пытаясь освободиться. Лишь через 2 часа ее услышал сосед и вызвал спасателей. Им понадобилось около получаса, чтобы освободить женщину. На ее теле обнаружили несколько укусов. Сейчас она восстанавливается в больнице. Как только я села, меня укусила змея. Сначала я подумала, что это таракан, но потом увидела, что это огромный питон. Он начал душить меня. Сначала я схватила ее за голову, пытаясь заставить отпустить, но она не поддавалась. Питон просто еще сильнее сжимал мое тело.